Здравствуйте, мы находимся в жилом комплексе с благозвучным названием «Славяноград». И сейчас мы пообщаемся с руководителем отдела продаж компании «ЖБИ-2» Евгенией. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что это будет за жилой комплекс? Сколько домов здесь будет? Сколько квартир? Какая площадь застройки? Наш жилой комплекс будет состоять из 8 очередей, 28 домов. Все трехэтажные, все кирпичные дома будут. На закрытой охраняемой территории 16 гектаров земли на территории всего нашего комплекса. А скажите, а какие материалы используются при строительстве? Дома у нас построены полностью из кирпича и утеплитель. Других никаких ни панелей, ни бетона, ничего не используется. Только перекрытие железобетонное используется. Крыша – это металлочерепица, и в фасадах использован стиль барнхаус. Скажите, а почему выбор пал именно на Семилуки? Семилуки рассматривали как место, где мало нового жилья, и как место для возможности строительства именно загородного комплекса, малоэтажного, такого, как загородная недвижимость. Поэтому Семилуки. Скажите, а какая вот инфраструктура предусмотрена для покупателей квартир в этом ЖК? Есть ли здесь рядом школы, поликлиники, детские сады? На данный момент от нашего ЖК школы, детские сады находятся в удалении в самих Семилуках, а строительство школы предусмотрено и будет начинаться в 23-м году, вот прямо за нашей вот этой позицией у нас выделена земля. Школа, детский сад, стадион будет располагаться, поликлиники в Семилуках. Пока так. А если говорить о транспортной составляющей, как? Транспортная составляющая. Пока что ходит рейсовый автобус в Семилуке с Воронежа, а маршрутное такси будет запускаться, когда мы уже сдадим две очереди первые и предоставим в администрацию документы о заселении домов. На основании чего будет запущена маршрутка. И вот еще у меня вопрос об инфраструктуре, но теперь об инженерной. Очень часто вот бывает, к сожалению, в Воронеже, что застройщик, да, построит дом и подключается на уже существующие коммуникации, что чревато разными коммунальными авариями. Как у вас? Вы прокладываете новые сети? Да, у нас все сети новые. Мы тянули воду, тянули канализацию, чтобы центральной канализацией пользовались жильцы. И также вода центральная. Отопление, индивидуальное газовое в каждой квартире, газовый котел двухконтурный. То есть все сети протянуты новые, и плюс новые, все в комплексе обустроено. Хорошо. А скажите, вот сейчас ситуация на рынке недвижимости нестабильна из-за событий в мире. Вы уверены, что у вас будут покупатели? У нас уже продано больше половины нашей очереди. Начали вторую очередь продавать, во второй очереди тоже покупают люди. То есть как бы мы не чувствуем вот этого, то, что кто-то остановился и не хочет покупать. Нет, уже видят, что у нас построено, проезжают мимо, приезжают гости города даже из севера, очаровываются нашим комплексом, заезжают и приезжают к нам в офис, покупают. А по каким ценам? Цены у нас от 64 тысяч за квадратный метр до 73, в зависимости от площади квартиры. В принципе, цена доступная для такого комплекса. А квартиры, они какие бывают? Вот оно по площади. Какая самая минимальная, какая самая максимальная? Квартиры у нас от однокомнатных до трехкомнатных. Однокомнатные 45 метров на данный момент. И самая большая трехкомнатная – это 100 метров. Какие сроки открытие данного жилого комплекса вы можете обозначить? Да, у нас строительство планируется вообще всего комплекса 8 очередей до начала 2025 года. В 2025 году все планируем завершить, если обстановка сохранится хотя бы вот такая, более-менее благоприятная. И полностью откроем комплекс. Первые две очереди у нас будут сдаваться в следующем году, в первом полугодии. Хорошо. И у меня последний вопрос. Откуда взялось такое благозвучное название «Славяноград»? Славяноград имеет исторические корни. В Семилуках была крепость и ров перед крепостью. Оборона крепости шла, и мы в продолжении этой темы исторической назвали «Славяноград». Хорошо, спасибо большое.
Москва.